魚、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 ほら、相棒も、魚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 、Александр, американец? Майкл Наки. Это знаменитый боксер или теннисист? Теннисист. Верно. Что, согласно поговорке, выделки не стоит? Второй вопрос. Верно. Сочи, это пирог или напиток? Неверно, пирог. Неверно, пирог. Какое астрономическое время года в северном полушарии продолжается от 20 марта до 22 июня? Я не знаю, решайте же сами. Сами как-нибудь. Неверно, весна. Кто был выше по званию в русской дореволюционной армии? Профессор Преображенский. Или профессор Преображенский. Профессор Преображенский. Верно. О каком актере написана книга «Владимир» или «Прерванный полет»? Ну не, рулетка, это конкретно, все-таки что-то, ага. Это такой стол, там действительно рулетка крутится. Правильный ответ — Владимир Высоцкий. В какой стране вы находитесь, если отдыхаете в Ницце? Полная тишина, никаких попыток подсказывать. Верно. Назовите человека, в честь которого денежная единица Коста-Рики и Сальвадора названа колонн. Христофор Колумб. Как называются яды белковой природы, образуемые микроорганизмами и растениями? Гол был только что. Неверно, токсины. Имя какого персонажа из Нового Завета стало обозначением предателя? Анатолий Несмеян. Верно. Тодос – это элемент парного или одиночного фигурного катания? Ну же, быстрее. Неверно, парного. Какое число соответствует римской цифре, обозначаемой буквой X? Минус 500. Верно. Какой английский мореплаватель назвал открытые им острова в честь своего патрона землей Сандвича? Ну, быстрее. Неверно, Джеймс Кук. Каким французским словом называют почетный конвой? Логика Маркова. Эскорт. Какое название от дворца Ватикане получила знаменитая статуя Аполлона? Прекратили исправлять ошибки, закрывайте фломастеры, отдавайте их буквоеду. Неверно, Бельведерский. Как в медицине называется возврат болезни после кажущегося полного выздоровления? Это обгонялки, здесь надо давать ответ, да. Нажали, отвечаем. Да. Рецидив. Литература. В какое время года состоялась дуэль Онегина и Ленского? Но дело все в том, что здесь он правильное слово исправил на неправильное. Слово «приклею» исправил на «преклею». Ты зачеркнул, да так непонятно. Все нормально, зачеркнуто потом это исправление. Поэтому Влад тоже зарабатывает букву. Неверно, зимой. Банк. С войсками какого государства сражались русские на реке Березине в 1812 году? Потрясающе! Верно. Какая космическая скорость выше? Андрей Перла. Или вторая? Андрей Перла. Верно. Банк. Роль какого сказочного героя исполнил юный английский актер Дэниел Рэдклифф? Борис Овчинников. Верно. К какому классу животных относится черная вдова? Минкультуры. Верно. Какое название острова и провинции Канады переводится с английского как «вновь открытая земля»? Новости культуры. Верно. На что отменил право частной собственности? Время вышло, и я не успеваю закончить вопрос. В этом раунде вы положили в банк 50 тысяч. Раунд второй. И у вас в банке 50 тысяч. К какому семейству рыб относятся белуга, осетровых или тресковых? Осетровые. Верно. Как называлась серия многоместных космических кораблей, использовавшихся в СССР для полетов в 64-65 годах? Поехали. Верно. Назовите итальянского мастера скрипок, которого сыграл Сергей Шакуров в фильме «Визит». Платон Редькин. Верно. К беспозвоночным относится лангуст или мангуст? Yeah! Верно. Левомицетин относится к витаминам или антибиотикам? Тухватуллин и твиты его. Верно. Какое оптическое явление в атмосфере стало символом греческой богини Ириды? Радуга – правильный ответ. Верно. Слово «воздух» переводится на греческий как «аэро» или «авиа». Верно. Назовите фамилию человека 12 июня 91 года, ставшего президентом России. Евгений Куземин. Верно. В какой древней стране богиню истины и порядка звали Маат? Тишина. Верно. Банк. И у вас в банке 100 тысяч. Какой химический элемент, являющийся ядерным топливом, называется так же, как седьмая планета от Солнца? Я не нашла. Не нашла. Ну хорошо. Мы вернемся к тебе. Неверно, уран. Правителем какой страны был Франциско Франко? Силенсио, уенсио. Верно. Как звали дочь эфиопского царя из одноименной оперы Верди? Не знаешь, не нашел ошибку. Видимо, сделал ошибку. Не получаешь. Неверно, Аида. На территории какого европейского государства находится могила апостола Петра? К
細かいことは気にすんな. Ватикана. В каком веке экспедиции Амундсена был покорен Южный полюс? Тоже нет. Давайте найдем все остальные ошибки. Кто знает? Давай, Влад. Неверно, в 20-м. Банк. По физике или химии советские ученые получили наибольшее количество Нобелевских премий? Да. Верно. В каком виде спорта прославился бразилец Айртон Сенна? Кирпич. Верно. Назовите столицу Восточно-Римской, Византийской и Латинской империи. Абсолютно верно. Верно. Что, согласно русской пословице, необходимо беречь? Тишина, никаких подсказок. Честь. Верно. Банк. Назовите человека, которого китайцы сравнивали с солнцем и называли великий кормчий. Правильно. Вот так вот тебе и нужно было исправить эту ошибку. Неверно, Мао Цзэдун. В какой области науки посвящено главное сочинение Евклида «Начало»? Ярославская область. Верно. Какое слово пишется с двумя буквами «Н»? Водяной или стеклянный? Синхрофраза «Дрон». Верно. Назовите реку, история портирования которой отражена в фильме «Батальоны просят огня». Правильно. Верно. Назовите имена легендарных американских гангстеров Паркер и Бэрроу. Бонни и Клайд. Верно. Банк. Как называется внешняя оболочка ореха, в которую заключено ядро? Тишина. Верно. Как называется прием игры на барабане, представляющий собой быструю смену ударов палочками? Барабанная дробь. Верно. Банк. В каком веке в России произошел медный бунт? Неверно, в 17-м. В 17-м. Порода коров или овец называется Холмогорская, Ярославская, Костромская? Верно. Какой пост занимает человек, который, согласно Конституции России, формирует и возглавляет Совет Безопасности? Виктор Алкснис. Верно. Литература. Какое животное, согласно легенде, обитало на болотах вблизи поместья Баскервилей? Леонид Невзлин. Верно. Банк. Назовите теннисиста, выигравшего решающий матч. Время вышло. Я не успеваю закончить вопрос. Раунд четвертый. И к этому моменту вам удалось заработать 150 тысяч. Никто. Или Олег Ефремов в 87-м году стал художественным руководителем театра имени Вахтангова? Никто. Верно. Биология. Николай Азаров. Это лишайник или мох? Ну что ж, ребят, у вас только две буквы. Вам будет невероятно сложно собрать то слово, которое мы загадали. Но все равно даю вам шанс попробовать. Неверно, лишайник. Как называется и лучший номер в отеле, и единица освещенности в системе СИМ? 19. Верно. Директриса – это термин геометрии или алгебры? Верно. Пираньи – это речные или морские рыбы? Верно. Какую страну в 83-м году Антон Орех назвал империей зла? И мешочек с волшебным песком вновь остается у меня. Верно. Банк. Iron Maiden – американская или английская рок-группа? Это глагол ждет. Нет. Неверно, английская. Какое название башни пожарной части стало прозвищем героя Михалкова дяди Степы? Пассы. Верно. В какой стране можно посетить древний памятник Стоунхендж? Полная тишина. Верно. В каком году Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза? В 45-м. Верно. Закон Бойля-Мариотта указывает на свойства газа или электрического тока? Госа. Верно. Словосочетание Мулен-Руж в переводе на русский означает... Полная тишина. Или красный флаг? Полная тишина. Верно. Какое число обозначается греческим словом дека? 120. Верно. В каком виде спорта штрафной бросок в ворота соперника называется... Почему я так разозлился сегодня? Хоккей с шайбой. Верно. Пыльник – это часть тычинки или пестика? Тян. Верно. К какому семейству хищников относятся лев и тигр? Водка и мельдоний. Верно. Банк. To tu jest tyle tych gotowych dań. No tak. A ja w tej kuchni tyle czasu straciłam. A mogłam go przeznaczyć na realizację swoich pasji. A jakie ty masz pasje? Tak z głowy to ci teraz nie powiem. Pasjonujący wybór gotowych dań obiadowych Szamam. Danie z falafelem za 10,99 lub chili con carne za 9,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Biedronka. Codziennie te same ceny. Pasta do zębów Colgate. Niszczy zęby. Nie myć zębów. Zawiera wybielacz. Pastę do butów. Kwas. Proszek do prania. Robiona nogami przez pracownika Reala. Już za jedyne pół złamanego grosza. Bokura no Yuki Miman City. Tysięczny sezon. 9000 odcinek. Polecają nianie, jeżeli tego nie kupisz, damy ci jeszcze 100 odcinków. Cena minus 999 999 zł i 99 groszy. Piłkarski jaja. Znieśli piłkarze. Pudełko podarował i podpisał Messi. Nie pękają. Nie jeść, tylko grać. Cena 2 harnasi. Polecamy Tesco i Real. Na razie. Раунд пятый. Общая сумма вашего выигрыша составляет 200 тысяч рублей. О каком балете Прокофьева сложилась поговорка «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете»? Ну уже, давайте, 5 слов осталось.
Неверно, Ромео и Джульетта. Какого великого русского писателя звали Николай Васильевич? Абсолютно верно. Верно. Какой город был столицей США? Юлия Витязева. Или Чикаго? Юлия Витязева. Верно. Как называется финансовый инспектор-контролер, осуществляющий независимую экспертизу бухгалтерской отчетности предприятия? Максим Дбар. Верно. Кого из героев Гончарова в 80-м году сыграл в кино? Илья Носырев. Сергей Удальцов. Верно. Франк. Из какого корнеплода делают сахар на юге России и Украине? Верно. Настя Травкина. Это эстрадная певица или оперная? Эстрадная певица. Верно. Какой итальянский художник в 1483 году на своем полотне изобразил рождение Венеры? Торт, но все равно 7, но вы не успеваете, ребят. Простите, вы не успели вовремя назвать все 10 слов, поэтому не зарабатывайте восклицательный знак. Но наша игра на этом не останавливается. Неверно, Сандра Боттичелли. В какой европейской стране находится город Антверпен? Подумайте, подготовьтесь, непростое задание, потому что если хоть кто-то ошибется и прервет цепочку ответов, вы не получите восклицательный знак. Как говорится, один за всех и все за одного. Неверно, Бельгия. Как называется крайняя лошадь в тройке? Ну, две буквы «Л». Я же говорил. Все, все, сожалею, но вы не справились с этим заданием и не получаете... И нет, все уже поздно, вы не получаете восклицательный знак. Но ничего страшного, не расстраивайтесь. Наша игра на этом не заканчивается. Неверно, престижная. Какой актер сыграл роль врача-логопеда в телефильме «По семейным обстоятельствам»? Илья Крамник. Верно. Какая страна является родиной фокстрота, США или Великобритания? Правила все те же. Имена существительные в именительном падеже и единственном числе. Имена собственные нельзя. Неверно, США. В переводе с немецкого слова «колба» означает «банка» или «дубина». У вас не так много времени. В принципе, на это задание дается одна минута. Но поскольку вы сэкономили один восклицательный знак, мы с буквоедом добавляем вам дополнительных 10 секунд. Неверно, дубина. Как называется наружное защитное образование беспозвоночных животных и внешняя часть уха человека? Килл, нет такого слова. Нет такого слова, есть только киль. Неверно, раковина. Банк. Какой город стал названием фильма, снятого в 72-м году Федерико Феллини? Рим. Верно. Как в средневековые франты называли тех, кого в Средней Азии называли акынами? Дмитрий Гудков. Время вышло, правильный ответ трубадуры. Раунд 6. И у вас в банке 250 тысяч. Название какой туманности стало заглавием романа Ивана Ефремова? Верно. В какой азиатской стране впервые вывели аквариумных золотых рыбок? Неверно, Канада. Верно. Отрицательный электрический заряд имеет протон или электрон? Да, но ад пишется с буквой Д на конце, понимаешь? Поэтому минус. Неверно, электрон. Назовите музыканта, руководителя оркестра, который принял участие в съемках фильма «Серенада Солнечной долины». У Никиты в руках оказался мячик, когда зазвучал гонг. Никита занимает свое место. Верно. Писатели Томас Манн и Генрих Манн были братьями или однофамильцами? У тебя написано «Калка», но ты хотел написать «Галка». Галка, да. Не засчитываем, «Калку» мы не знаем. Неверно, братьями. От какого государства отделяет Россию пролив Лаперуза? Верно. С каким орудием для рубки в поговорке сравнивают неумеющего плавать человека? Катастрофа. Верно. Какому месяцу посвящена пьеса «Масленица» из цикла Чайковского «Времена года»? Ад. Что такое ад? Ну, куда люди? Понятно, ад минус. Неверно, февраль. Назовите фамилию лейтенанта, за сына которого выдавал себя Остап Бендер в начале романа «Золотой теленок». Шабуров. Верно. Какой город является центром Закарпатской области Украины? Хайритайтомаймас. Верно. Разновидность кресла или дивана называют шезлом? Верно. Банк. Центральный храм мормонов находится в Солт-Лейк-Сити или в Атланте? Верно. Какой пресноводный хищник семейства Тресковых послужил названием для рассказа Чехова? Полная тишина сохраняется в студии. Верно. Как в гражданском кодексе называется претензия покупателя к продавцу товара? Тик-так. Что такое тик-так? Это как часы, когда тикают. Часы, когда тикают? Это не слово. Это не существительное. Неверно, рекламация. Архаровцами в России 18 века называли полицейских или воров? Виталий Портников. Верно. Банк. Какая знаменитая сказка на языке оригинала называется «Сандрильона»? Вы действительно ответили правильно на вопрос. Время вышло, это правильный ответ. Раунд 7. Вы выиграли 300 тысяч. Сколько лет исполнилось Петербургу 16 мая 1903 года? 5. Верно. Какая страна ввела визовый режим для россиян в 2000 году? Или Турция? Верно. Какой знак различия на брюках носят только маршалы, генералы и суворовцы? Правильно. Верно. Какое слово, хорошо известное садоводам, происходит от немецкого слова, означающего «змея»? Нет, уже была такая версия. Шланг.
Какое название получила короткая курточка по имени героя комедии «Бомарше»? Верно. Верно. Как называются и шторы, и ставни из жестких поперечных параллельных пластинок? Верно. Верно. Название какого оптического прибора можно перевести на русский язык как «два глаза»? Silencio la audiencia. Верно. В каких единицах измеряется рабочий объем цилиндров двигателя автомобиля? Верно. С каким соцветием хвойных растений сравнивают важного и влиятельного... Концентрация. Верно. Что, кроме полумесяца, изображено на турецком флаге? Па-па-па-пам. Верно. Арбалет – это разновидность лука или меча? Верно. Тюрбан у восточных народов – это головной убор или вид халата? Верно. Прилетев из Москвы в Париж, нужно перевести стрелки часов на 2 часа вперед или назад? Коничва. Гейтес. Верно. Во время Великой Отечественной войны под аббревиатурой КВ выпускали самолеты или танки? Верно. Банк. Время вышло, вы успели положить деньги в банк. Общий приз сегодня составляет 400 тысяч рублей. Как в библейской мифологии звали сына Иакова и Рахили, проданного братьями в рабство и ставшего после долгих злоключений ближайшим помощником египетского фараона? Денис Греков. Это правильный ответ. В канун праздника какого святого в августе 1572 года католики устроили в Париже массовое убийство гугенотов? Александр Баунов. Это правильный ответ. Какое название спортивных сооружений происходит от названия греческой меры длины, примерно равной 185 метрам? Женя, Веня, Тили, Мили, Трямди. Это правильный ответ. Какое название получил стиль плавания, впервые представленный широкой публике австралийцем Фредериком Кевиллом, когда всем показалось, что он ползет по воде? Кроль. Правильный ответ – кроль. Какое драматическое произведение Пушкина заканчивается словами «Ужасный век, ужасные сердца»? Независимый взгляд. Это неправильный ответ. Правильный ответ. Совершенно верно. В каком произведении Чехова утверждается, что в Греции все есть? Я прошу поднимать руку, слушаю вас. Это правильный ответ. Назовите фамилию министра финансов Франции, назначенного на этот пост в 1757 году Людовиком XV. На которого была сделана первая карикатура в виде теневого профиля. Это Гончаров. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Этьен де Силуэт. Кто из вождей французской революции из-за болезни писал свои труды и принимал гостей лежа в ванне? Леонид Швец. Это правильный ответ. Если вы сейчас ответите неправильно, вы проиграете. Именем какого святого называлась церковь, на башне которой в средние века часто наблюдали электрические разряды при большой напряженности электрического поля в атмосфере? Вставай! Это неправильный ответ. Правильный ответ – святой Эль. Сегодня вы самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой 400 тысяч рублей.正直そこまではやってほしくないな。